На сегодняшний день это касается именно вторичного звена, то есть к больницам присоединяются, к большим больницам города, то есть у нас таких 5 медицинских центров больших, присоединяются более маленькие и поликлиники, и также на примере больницы скорой помощи, это также еще касается стоматологической поликлиники. То есть к большим присоединяются маленькие. А от ходять чутки, що приміщення поліклінік та лікарень, які приєднуються до основних, можуть бути передані комерційним структурам. Розвійте ці чутки, будь ласка. Ну, к сожалению, слухи могут ходить разные абсолютно, но мы все прекрасно понимаем, что это все коммунальная собственность, и без решения городского совета, без депутатов такого быть не может, и к большому счастью, это просто миф, не более того.